Итак, дорогие друзья, всем добро пожаловать на новую серию прохождения Portal 2. Я так понимаю, что скоро у нас будет концовочка. Напоминаю, чуваки, то, что потом я сразу же приступлю к Portal Stories Mill, так сказать, да. Естественно, проходить, скорее всего, я буду не сначала, а также продолжу, да, то есть последнего сейва. Вот. Да. Блум. Кстати, заметьте, что этот лазер не убивает эту турель. Так сказать. Ну, это, конечно, не турель, но все равно, как бы, да. Потому что, как вы помните, раньше, если направить, допустим, на какую-нибудь турель лазер, то эта турель, она взорвалась, соответственно. А несмотря на то, что это полутурель-полукуб, это ничего не взрывается. Все вполне нормально, так, четенько, прикольненько. Так, что тут еще? Да. Let's go. Хвайку корекать, дефективная срань. Так. Так, ну-ка еще раз. Допустим. Ну, здесь, в принципе, все понятно, на самом деле. Так, поехали. Сейчас вот так, потом вот так, и потом вот так. Да, все, по идее. Миссион комплит. Наверное. Нашла решение, да. Я нашел решение, да. Пошел ты в жопу, кусок говна. Потому что ты тупой дурак. Потому что он дурак? Дурак. Welcome to Hole. Не самоуничтожиться. Я уже все исправил. Запрограммировал напоследок одну встрясочку. Две. Одну или две встряски. Так, для развлечения. 20. Перегрев реактора. Взрыв. Я не стал увольнять его, я не монстр. Но не обращай внимания на его слова. Проходи тест. Но здесь, скорее всего, чисто на время надо все это делать. Вот, допустим, если я сейчас забал... Ой, ёпта, это что такое? А, вот оно как. Ну, допустим, я стрельну вот сюда. Вот что будет? Отключаются вот эти поля. Угу. Теперь интересно, что вот эта за срань такая. Что она делает? Ну, ладно. Это мы потом выясним, так сказать. Выясним. Так, 3, 2, 1. Поехали. Так, вот у нас кубик. А, ну понятно, в принципе, да. В принципе, все логично. Логично. О-о-о-о-о-о.
Так, а осталось только поймать еще кубик, и все, в принципе, я думаю, миссион комплит. Бим. Так, а теперь нужно перенаправить, соответственно, лучи вон туда. Ну, скорее всего, надо идти на ту платформу. А, нет, нифига. Это надо вон туда идти опять. Короче, творим всю ту же самую дичь, только на этот раз с кубиком. В принципе. Вот, в принципе, и все. Так, только ты не падай, сволочь. Ни в коем случае не падай, блядь. Так, подождите, не то. Стой. Стопэм. Ах ты, сука, как он стоит-то, прям на соплях, считай. Ёптель-моптель, не, надо чуть подальше. В любом случае. Все, я думаю, вот так вот точно хватит. Так, ну по идее все. А, да, конечно. Так, по-прежнему ничего, продолжаем. Извини за лифт, он временно не работает, расплавился. Расплавился. Могу пока устроить экскурсию. Слева ты все сломал. Какие-то огоньки. Не знаю, где? Но что-то очень научное. Очень научное. Справа там что-то большое летит прямо... Ебать, какая и красота. Ву-ху! Ебать, как круто сделано. Сейчас я выключу луч. Стоп, вот ты дебил. Ой, не помогает, не знаю. Мне почему-то казалось, что поможет. Нет, он должен страдать. Надо заточить его в какую-нибудь камеру, я не знаю, держать его там. И поставить на запись какое-нибудь автоматическое сообщение. О том, что он дурак и так далее. Итак, до конца времен этого мира, так сказать. Выпустите меня отсюда! О, ты жива? А! Здорово! Готовлю испытание. Для тебя, естественно. Для кого еще его? Чайте, сука, монитор разобью, подожди. Подожди, чего? Так, посмотрим. Выход. Походы. Нет выхода. Походы, дорогой. Не проблема, я сделаю выход. Я тоже сейчас и сделаю такой выход. Знаешь, сколько бабок было потрачено на то, чтобы все это дерьмо построить? Слушайте, это, по-моему, та самая камера предыдущая, которую он соединил, да? Или нет? Нет, это не она, это другая уже камера какая-то. После того, как ты сказала мне выключить... Нет, я перепутал, чуваки. Я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил остальных испытуемых. Без толку. Они по-прежнему мертвы. О, ну я... Забудьте, что я сказал. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится. Что ты натворил опять, а? Красота. Так, окей. Интересно, кстати, если я упаду на эту балку, я подохну? Нет, нифига. А, вот оно как здесь сделано. А если, допустим, на тот конец пойти, подзалупный, то невидимая стена. Ну что ж, в принципе, ожидаемо. А если я, допустим, на эту балку пойду, то тут уже все. Вот тут уже я, чуваки, отбрасываю свои коньки, так сказать. Так, ну что ж. Как бы так расфигарить тебе монитор-то, сволочуга ты поганая. А, вот, дощак. Нет. Ой. Вы этого не видели? Бля, постоянно путаю эти вонючие чертовы порталы. Это ужас, просто кошмар. Давай, сынок. Нет, не получается. Не встает у меня скорость в данном случае, чуваки, не знаю почему. Давай же, черт возьми. Сука, я должен расхерачить этот вонючий монитор. Ладно, на помощь нам придет в этом случае кубик. Так, давайте смотреть. Есть гель, который активируется по этой кнопочке. Чуть такое.
О, смотрите, у нашего робота что-то встало, какая-то плита встала, чуваки. Даже у робота может что-то встать. И это что-то... Какая-то плита, которая позволяет попасть... Не знаю, куда она позволяет попасть, но сейчас узнаем, соответственно. Так, ладно. Пиздречим пока назад. Так, это у нас красный гель, значит, да? Портал сюда никуда не ставится. Ничего не ставится. Эта кнопка у нас активирует... Вот эту залупу. Так, это хорошо. А вот это уже плохо. Упс. А, нет, подождите, я понял. Так, ну-ка, еще разок. Я сделал. Ниже. Правее, нижнее. Ласковее. О боже. Ну, судя по всему, всю камеру здесь отрестать не получится физически, потому что как бы... А, нет, подождите, ёпты, ну-ка, у меня есть появилась одна идейка, может, сработает, а? Блядь, вот это да. Вот это, блядь, как... Это гениальная игра, просто гениальная. О, вот это да, чуваки, вот, вот такого я не ожидал, да, если честно. Посмотрите на эту картину. Боженьки ты мой, обалдеть. Так, все. Гель кончился, так сказать, да? Ну и куда это все ведет? Понятно, прямо в ад. Ясно, понятно. Блин, ты дурачок, ты зачем вот эту... Ай, ай. Вонючий дура. А, кстати, подождите-ка. Ну-ка. Блядь. Чушь. Что это такое? Так, сейчас мы тебе расхуящим монитор, приготовься. Уитли. Блять, не получается все равно. Да что ж такое, а? Это, каким же надо мудаком быть, чтобы так мешать разбомбить мне твой монитор? Ладно, черт с тобой, черт с этим монитором. В общем-то... Не, я не успокоюсь, дорогие друзья, пока не расфигачу ему хлебальник. Эх, ладно, пошел к черту. Думаем, думаем. Короче, нам надо попасть на ту сторону, да? Еще раз переместимся пока вот туда и посмотрим, что-то как здесь. Что здесь у нас есть интересненького такого? Как сюда попасть? И зачем вот, вот это вообще шляпа нужна? Вот что еще интересно. Понятное дело, то, что надо подрубать сюда гравитационное поле. Как бы, да. Так, все, хватит муафить все. Негоже драгаться на муафию тратить. Ну, допустим, так. Попадаю сейчас туда. И что будет дальше? Какая расслабляющая музыка. А смысл-то какой от этого? Я понял, я понял. Да, да. Ясно, пуни, я одно. Ёб твою мать, ну ты просто... Как можно удариться башкой об антиматериальное, нематериальное гравитационное поле? Это же вообще обалдеть. Да, да, да.
Он вам до смерти понравится. Будет нравиться, пока не умрете. Ладно, не знаю, понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Ну, забуду, что им разговаривал на том же языке, что и он. Так, сейчас что-то будет, чуваки, вангую. Ну да. Извини, Лампочка как бы намекает. Растяпа. В любом случае, мне кажется, он собрался на... Продолжай. Ты обмуафил эту стену, как ты мог. Осталось только три кан... Блин, вот почаще бы он все это ломал, на самом деле, потому что анимация вот этого всего выглядит просто... большого сюрприза. Потрясно, на самом деле. Какой смех прекрасный. Так, опять муафия. Опять здесь нужен вот это нужно, так сказать. Давайте побольше на муафим, чтобы прям точно наверняка, так сказать, да. Побольше прям от души. А, все понятно. Больше муафия не это. А, сука! Бля. Так, ладно, для начала выберемся отсюда. А, подождите, вот как еще можно сделать. Нет, подождите. Не знаю, может как-то... Ай, ладно, забейте, короче. Тихо. Выбраться отсюда как-нибудь надо. Желательно. Да поскорее. Негоже в муафе находиться. Блин. Блять, провальный, блять. Все, валим отсюда к чертовой матери. Блин, опять надо все это обмуафить так хорошенечко. Долго фигню я это занимаюсь, дорогие друзья, конечно, ничего не скажешь. Давай, муафи скорее, ну, давай. Все, хорошо. Да. Опа. Может, нам удастся туда попасть, не? Сука, я забрал с собой вот одну тварь. Ладно, чуваки, давайте выбираться отсюда. Попробую тут позанимался фигней. Хотел все-таки попробовать допрыгнуть до турели, но ничего, естественно, не получилось. Да. Уж. Ой. Текаем с городу. Так. Ясно, понятно. Надо облить этих тварей этим вонючим гелем. Как я понимаю, чтобы они как бы свалили, да, я-то, короче, да, чуваки, поехали. Может получится, потому что я помню, что если облить кубик гелем синим, да, то он обскакается и все, типа. Ну, короче, прыгать начнет, проще говоря. Бля, вот как это... А, ну, бля, здесь на время, наверное, как-то, да? Так, надо подумать, как...
Так, у меня появилась одна идейка, не знаю, может получится, может нет. Господи, ну и срань. Да. У меня появилась еще одна охуенная идея, как это пройти, но я не смог ее реализовать спустя 100 попыток. Эту идею, я считаю, можно патентовать, дорогие друзья, смело. Сейчас я покажу. Так, сейвимся и все. Сука, сосите хуй, твари. Короче, извиняюсь, я просто на нервах немножко, так сказать, пока пытался реализовать свою гениальную, охуительную идею. Вот так вот я хотел сделать. Блять. Сука. В общем, если вот этот вонючий гель оттуда убрать, да, который там, так сказать, налит, я, короче, вот так вот разгонялся, ставил вот так вот портал, вылетал. И у меня почти получилось один раз туда приземлиться и снести эти вонючие три турели. То есть видите, как нестандартно я хотел это пройти, но у меня не получилось, к сожалению, потому что эти вонючие турели это говно вонючее. Короче, ладно. Блин, вот то же самое сейчас надо идти. Блин, сейчас вот повторить опять то же самое надо, да? Хотя не, я думаю, повторить не надо, можно сделать вот так вот попроще. Сейчас, подождите. Что я только что сделал? Я сделал. Внимание. Хуч! Блять. Мне просто неохота опять сейчас вот с вот этой матнёй с гелем заниматься. Вот сволочь такая. Пожалуйста, пожалуйста, пусть это все получится. Пожалуйста, пожалуйста. Я даже вот на кнопочку встану. Вот сюда. Чтобы это все получилось. Блять, сук! Забыл на шифт нажать, дорогие друзья. Ну, бывает, бывает. Умри, сука, умри, тварь. Ну, уж не могу, у меня все нервы на исходе от этих вонючих турелей. Да, да. Да. Так, ну все, по идее, все готово. Если так посмотреть. Нифига себе, здесь пылище. Ты хорошо. Молодчина. Непонятно, от чего он так радуется. Он должен быть без ума от ярости, что ты успешно проходишь его тесты. Да. А еще у него для нас сюрприз. Что же он задумал? Что же он задумал? Уверен, вам обеим не терпится узнать, что за большой сюрприз. Осталось всего две камеры. Ну, слава богу. Осталось всего две камеры. У нас заканчивается время. Думаю, я очень рад. Сюрприз! Прямо сейчас! Ни хрена себе! Наверное, ты уже это и так поняла, но ты мне больше не нужна. Я тут нашел двух маленьких роботов, построенных специально для тестов. А? О, боже. Вот момент, когда я вас убиваю. Привет, вот момент, когда я вас убиваю. Меня осенило. Я тут висел, качался, собирал стальные пластины и подумал. Что за кончас вас капает, маэстро? Но чего-то не хватает. Не хватает. Да? Нет, не хватает нет, капельки не кончива сюда. Запускайся, запускайся, запускайся. Так, давайте посмотрим на то, как он нас убьет. Я себе, ебать, я думал, это будет как-то помедленнее, если честно. Ты куда делась? Вернись! Вернись обратно! Я думаю, что это будет так же медленно, как это было в первом портале с Гладос, когда мы медленно, но верно шли в огонь, так сказать. Не, серьезно, ну вернись, вернись, пожалуйста. Хуй тебе. Окей, я решил не убивать тебя, если ты вернешься. Только вспомни, как было раньше, когда мы были друзьями, хорошими старыми друзьями, не врагами. И когда я говорил вернись, ты говорила да, не вопрос, возвращалась. Скучаю по тем временам.
скучай, не скучай. Все мы скучаем. Блять, чё случилось? Все мы скучаем почему-то. Чё-то я не понял. А, я не туда стрельнул, ну, понятно, все. Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печально. О, у меня идея. Боже мой. Да, да, попалась ты! За что? Прекрасно. Бедная турель. Начинается. Ты конченый мудак. Идиот. Ребят, я думаю, на этом моменте надо заканчивать. Давайте, пожалуй, закончим, да? Не забывайте ставить лайкосики, не забывайте писать что-нибудь в комментарии. Вступать там в группу ВКонтакте и так далее. В общем, чуваки, не забывайте. Пока-пока. Всем пока, чуваки.